Всем привет, ребят, с вами Саня, и мы находимся в игре «Верность рыцарей и принцессы», и у нас здесь обнова, у нас здесь вышла постоянная локация, которая называется «Запретная библиотека». Единственное место, которое можно раскрыть тайны сказочного витража, то есть нам дают еще шанс достроить наш витраж, а может можно будет вытащить и на постой там, чтобы можно было витраж построить, ну не знаем. Давайте сейчас полетим и узнаем все эти секреты. Дом сказок. Никогда не думал, что истории живут в таком странном месте. Нужно будет разобраться, что здесь и к чему. Задание выполнено. Первый квестик мы выполнили. Ой, какая масенькая локация, она просто мили. Давайте я сейчас все выгружу. Я, кстати, взял и вам советую взять 5 янтаря, 10 лестниц и 50 стекла. Так, с чего бы начать? Начнем мы, наверное, ребятки, знаете, с чего? С волшебного заклинания. Но перед тем, как я сейчас воспользуюсь волшебным заклинанием, я сейчас хочу просто посмотреть, что здесь бьется. Ага. Ага, здесь все, в принципе, разбивается. Мусор, какие-то ящики. Ну, может, ящики пооставляем. Короче, если что-то будет интересное, я оставлю. А так, в принципе, можно применять. Ну что, ребят, пора применять наше волшебное заклинание. Так что, туманчик, развейся. Сильное заклинание наложили наши маги, так что мое заклинание не совсем сработало, а всего лишь на какую-то одну треть. Но ничего страшного, сейчас мы разберемся и посмотрим, что с ней нужно сделать. У нас здесь стоит специалист по оптике, который делает зеркала. Разбитое зеркало плюс золотая страница, и вуаля, у нас получается золотое зеркало. Отличненько. У нас здесь разбитое золотое зеркало, янтарная линза. А, это янтарная линза, извиняюсь, это не зеркало, которое нужно восстановить. Естественно, мы его сейчас и восстановим. Починить. Ага, починили. Фокусировался у нас луч. Здесь у нас написано, что нужно пропустить луч света янтарной линзы и перенаправить сюда. Хорошо, значит, нам надо просто сейчас взять. Ой, повернуть мне нужно. Нет, не поворачивается. Не понял. Может перенаправить луч света из янтарной. Стоп, мне может надо просто его кликнуть. Не попадут лучи. Отлично. А, все, повернул. Теперь я могу открыть. Да. Поздравляем, тебе может попасть в следующую секцию. Кто бы мог подумать, что свет обладает такой силой, что может приводить в движение тяжелые врата. Интересно, можно ли с его помощью убрать в поместье? Конечно же можно. Наверное. Может быть. Так, у нас идет луч дальше, ну и тут надо применять опять же свои волшебство. Что, ребят, туманчик, развейся. Опять не полностью сработало заклинание, ты вы посмотрите, какие они тут мега-супер заклинания наложили. Что же мы тут видим, ребят, после открытия врат у нас еще одно зеркало, но оно разбитое. Разбитое зеркало мы забрали. Но нам еще не хватает золотой страницы. Золотую страницу, я так понимаю, надо идти сюда искать. Ну, я так подозреваю, что там 100% большая локация. Как говорится, рано радовался. Типа, маленькая локация, быстро пройдешь. На сказочный витраж навряд ли что-то будет легкое. Ладно, давайте сейчас спустим. Красная королева, книга первая. Отправиться. Сейчас я, короче, ужаснусь, да? А ну-ка, дайте я просто посмотрю, насколько она великая. Нет, она небольшая. Нет, небольшая. Ну, хотя бы так, хорошо. Хорошо. Небольшая так небольшая. Давайте поговорим с королевой. Вдохни жизнь во все. Фрагменты событий с помощью наборов сказочника, чтобы узнать содержимое книги. Проверить.
Конечно, проверить. Восстановление не все фрагменты событий. Вдохнуть жизнь во все фрагменты. Вдохнуть жизнь во все фрагменты. А что мне нужно сделать? Набор сказочника. Значит, мне нужно здесь найти набор сказочника и потанцевать. Ух, ничего себе, сколько здесь наборов, гляньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же, применяем наше волшебство, ребят. А потом уже будем разбираться. Туманчик. Развейся. Вот и развеялся туманчик. Собрали мы почти все ресурсы. Давайте же окрасим их. Так, первую красочку применяем. Угу, покрасили. Вторую красочку применяем. Это что у нас? Какой-то чугунок непонятный. Применяем. Тоже применяем. Это, короче, на все локации нам так получается указывает, ребят. Самогонный аппарат. Кино. Насчет деревьев я не пойму. Может, я насчет этого сказочного витража не был. Потом, что это? Фрагмент событий. А это? И сказочник. То есть, со всех локаций, типа, указывает там, какие были. Прикольно, красиво. Вдохни жизнь во все фрагменты событий с помощью... Там, вдохнул. Я ж только что вдохнул. Вот. Да. Событие книг полностью восстановлено. Ура! Задание выполнено. Тра-ля-ля, тополя. Ура! Все. Забрать добычу. Что за добыча? Ух, золотые ручки насыпали. Ого, сколько золотых ручек насыпали. И все. То есть я, получается, зря только выкашивал всю локацию. Ага. Ага, у меня лишнее, ребят. Значит, ребят, не фанатейте. Сейчас я покажу вам локацию. Значит, все выкашивать не надо. Смотрите, вам вполне хватит вот этого вот куска. Вот здесь вот небольшая будет перегородочка с этих, с камней. Я ее тут убрал. То есть, в принципе, их можно и обойти. Ну, я просто скосил ее. И вот здесь, вот сюда, вот можете, в принципе, не лезть. Тут просто одна корзинка энки будет находиться на 50 энергии. И все, для тех, кто сильно-сильно там хочет посмотреть, что там, да где там. Блин. Аж зря энки. Лишнее осталось. Ну, ладно, может не лишнее, используется куда-то. Сейчас посмотрим. Что нам? Портал в конец эпохи. Возвращаемся назад. Перемещаемся в портале. Так, вернулись назад. Походу нам сейчас нужно восстановить. Да, золотую страницу нам дали. Мы восстанавливаем зеркало. А как нам его поставить? Восстановить разбитое зеркало. Я думаю, скорее всего, оно лежит здесь. Зеркало где-то есть. Вот оно, поставить. Ставим. Топ! А как? А, во. Все, поставил зеркало. Оно само повернулось, да? Отлично. И открываем ворота. Поздравляю, ворота открыты. Тра-ля-ля, тополя. Все, следующая локация. Поздравляем, кто-то явно что-то недоговаривает. Раз вторую книгу так старательно скрывали. Но кто еще, тот всегда найдет. Да, кто ищет, тот всегда найдет. Кто такой? Это кто такой? Требовательный учитель. Ваше Величество, вы проявляете невероятные способности к магическим знаниям. Ваше правление непременно укрепит королевство. О, знаменуем расцвет Серебряной династии, если вы соизволите заниматься магией дальше так же усердно. Конечно, спасибо, мой добрый учитель. Если бы не вы, у меня бы ничего не получилось. Ваше Величество, ваша благодарность не знает границ, недаром. Хорошо, я понял. Период... Благоденствие, однако, продлится недолго. Никто не знает, было ли случайно или нет в ночь, когда юной королеве исполнилось 15. Замок ее величества был плевами. Королевство было... Это, короче, нам историю рассказывает. Спасена уже была прежде всего с мамой. Все? Я думаю, вы и сами прочитаете. Поздравляем, тебе доступна новая секция. Секция. То есть мы продолжаем двигаться дальше, ребят. Так что заготовьте 10 КН-ки,
чтобы вот это все сделать, что я сейчас сделал. В принципе, я тут просто все выкашиваю. Ну, видите, я там камни оставил, но мне уже камни не нужны. Там уже скоро весь склад в этих камнях будет. У кого склад в камнях, можете тоже коммент написать, как тоже в камнях он у вас или нет. Ладненько, давайте применим еще раз наш заклинание. Так что, туманчик развеялся. Туманчик развеялся, и что мы здесь видим? А мы видим еще один портал, еще одно разбитое зеркало. Зеркало забираем. Так, вот это мы крутим сразу. На будущее. А нельзя, да, на будущее? О, можно, все, покрутили сюда, чтобы направить его сюда. Смотрим, что это за портал. Это у нас Красная Королева, книга номер 2. Бог любит троицу, так что, думаю, и третья книга будет по-любому. Так, хорошо, давайте перейдем, посмотрим, что здесь у нас нужно делать. А, опять восстанавливать. Сейчас посмотрим, какая здесь локация. Здесь уже локация, ребят, побольше, чем та. Кусочек книги тут намного больше. Очень намного уже эночки так ушло, я вам скажу. Нормально. 15 тысяч ушло. Что здесь нужно сделать, королева? Вдохни в жизнь во все фрагменты событий с помощью набора у сказочника, чтобы узнать содержимое книги и проверить. Так. А что нужно вдохнуть? Во много ли нужно вдохнуть? Ага, вот это вот все. Значит, по предыдущей, как говорится, карте, фанатически все выкашивать я не буду. Все равно получается лишак. Хотя, стойте, лишак. То есть... Лишак, если у меня есть. А ну дайте я сейчас попробую. Мне просто интересно, если там оставался лишний. Гляньте, вот я вдохнул несколько, да? Троих я вдохнул жизнь. Может сейчас лучше полететь на ту локацию, ну, на которой я косил, и позабирать там все остальные фрагменты и вдохнуть жизнь в остальных. Вот это вот мне очень и очень даже интересно. Ладно, не будем экспериментировать. Если что, поэкспериментируйте сами. Но мне кажется, можно такую провести канитель. Ну, я попробую потом за кадром, если что, скажу. Чтобы сэкономить, как бы говорится, эночку. Ну ладно. На этом давайте применим свои волшебные, как говорится, приволшебные знания. Туманчик. Развейся. И вот и развеялся туманчик. И что же мы, ребят, здесь видим? Я сделал здесь не так, как обычно. То есть все выкашивают камни, оставляют только полезные ресурсы. Я в этот раз сделал наоборот. Вплоть да наоборот. Я выкосил все полезные ресурсы и оставил камни. И что я вам могу сказать? Я потратил всего лишь тут 2000 энергии. Просто 2000 энергии мне пришлось, чтобы я все, как говорится, все полезные ресурсы выкосил. Я смог достать их всем. То есть доступ есть ко всем местам. Вот как видите, как стоят тут камушки, так они здесь и есть. То есть ни влево, ни вправо, все кусты маленькие, по 10, по 20, по 5. То есть 4 совсем очень-очень маленькие, очень быстро проходится локация, так что ничего здесь нету, 2000 энергии, и вы ее пролетите только в камни, не бейте ни камни, то есть они не мешают. Если видите, там стоит, идите по кусту и все, камни не трогайте. Так, давайте сейчас мы наших Абдурахманов этот оживим. Кстати, я слетал на ту локацию, докосил там, забрал все остальные ресурсы, так что у меня получается теперь 35 сказочных наборов должно остаться. Сейчас посмотрим. Я посчитал, на ту локацию мне сказочных наборов ушло 20, здесь мне сказочных вот таких наборов уйдет 30. Если так как с увеличением, то третья локация, я так понимаю, 100% еще будет.
Там, наверное, уйдет 40. Сейчас посмотрим, сколько здесь останется. Опа. Опа. Чё они там колдуют? Колдуют, колдуют, шмолдуют. Так. Еще чуть-чуть, да? 20, я вижу. Ага. Все. И у нас, получается, остается, смотрите, 14. На ту локацию, которая следующая будет, я думаю, что там будет всего лишь достаточно 40 штук мольберта вот этих. 40, думаю, будет достаточно. И она должна быть по размеру приблизительно точно такая же. Ну, если доступ так же само будет ко всем, как говорится, ресурсам, это будет просто офигенно. Ну что, красавица, я все, вдохнул в жизнь всех. События книги восстановлены. Фух, в общем, и усилим Красную Королеву удалось победить. Здорово, когда у сказки счастливое завершение. Вероятно, теперь можно отправиться в библиотеку, а потом и домой путь держать. Ну, домой, я думаю, навряд ли. Несмотря на трагедию, юная королева еще долго превозмогала о себе и страдалась сохранять богоразумие. Ладно, ладно, я не буду читать, ребят. Что это такое? Красная Королева. Вам не одолеть меня, особенно теперь, когда секрет бессмертия открылся для меня. Это, походу, она? Серьезно, герои сказок одерживали победу над королевой, раз... Понял, давай мне вот этот... Все. Мне страничку, главное, чтоб ты давала. Страничку дай, дай мне страничку. Страничку дай мне. Такие не сильно такие ресурсы. Страничка, наверное, последняя. А, все, страничка выпала. Портал нам назад. Так что залетаем сюда. Делаем наше зеркало. Зеркало делаем. Иди сюда, мой дружище. Есть. Зеркало мы сделали. Теперь заходим сюда. Берем зеркало. Ставим. Надо еще точно попасть. Поворачиваем. И вуаля! Открываем последнюю локацию. Сколько это у нас ушло? Это у меня ушло уже энергии 20 чем-то тысяч, ребят. 20 чем-то тысяч ушло. Точно не буду. Наверное, ну, приблизительно, я думаю, где-то 30 до 40 должно уйти тысяч энки. 30-40. Но если совсем с минимальными потерями проходить, с минимальными, то я думаю, 20, с 25 с натяжечкой можно... вытянуть. Опять тут придется туманчик рассеивать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же, применяем свое волшебство. Туманчик развеялся. Вот туманчик развеялся. И что мы здесь видим? Мы видим последнее разбитое зеркало. Мы его, естественно, забираем. И последний портал. И здесь какой-то идет вход. Чтобы попасть в следующее помещение, пропусти луч света из янтарной линзы и ты перенаправил механизм. Ага, я понял. Значит, мы восстанавливаем, направляем луч сюда и смотрим, что с этого получается. Ладно, ныряем в портал Красная Королева, книга номер 3. Так, перемещаемся, что у нас здесь интересненького. У нас там осталось сколько? 14, да? 14. Большая, маленькая. Мне просто интересно, большая, маленькая. Ого. Ну, я так и понял. Видите, сначала маленькая, потом средняя, и последняя у нас идет огромная. Сейчас попробую тем же самым макаром, ребят, сделать, знаете, каким. То есть, буду идти и разбивать только то, что мне нужно. То есть, я не буду трогать камни, то есть, не буду разбивать камни, а вам уже потом, по итогу, когда... применю свое волшебство сейчас. Покажу только, что камни останутся, а все остальное вырублю. Ну что, у меня в принципе хватает. Сколько у меня? 14, да? Значит, я какое-то что-то могу восстановить. Так, это я не могу. Вдохни жизнь во все фрагменты, чтобы помочь, ну, с витражом, я понял. Хорошо. Я хочу вдохнуть жизнь. Вот это вот. Давайте в Красную Королеву. Вот, в него. Насколько у меня хватает? А, вот это вот еще. И все. Больше не хватает. В принципе, если на карте не будет ничего интересного, на той карте, ребят, ну, совсем ничего интересного не было.
Но для вас я ее все равно разведаю, так как мне тоже интересно. Может, все-таки там что-то есть. Видите, не хватает. Я даже сейчас посмотрю. По 4 идет? Не, по 3 идет. По 3, я ошибался. Я думал, тут будет по 3 идти. И сколько всего? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ну, короче, больше, я понял. Все, применяем свое волшебство. Так что, туманчик развеялся. Вот и развеялся немножко туманчик. Ребят, и теперь передо мной встает выбор. Сейчас я вам показываю, смотрите. У меня осталось полкарты. Видите, туманчика. Энергия у меня есть, это не вопрос. Просто вопрос в следующем. Так как я думаю, 100% из вас бы поступили точно так же. Смотрите, полкарты я прошел, и все, что я здесь наткнулся, это только сундуки. То есть здесь, ну, максимум где-то один или два сундука, и все, никаких ресурсов, ничего нету. Но у меня уже достаточно ресурсов, то есть вот этих вот сказочных, чтобы я смог вот этих вот всех восстановить. И, ребят, я, наверное, решаю все-таки восстановить вот эти вот сказочные все персонажи, а дальше туда не идти, не разведать, потому что я думаю, ну, здесь ничего не будет, ребят. Две одинаковых локации, чтобы третья какая-то была уникальная, ну, навряд ли. Можете мне в комментариях написать там внизу, может, там что-то интересное было, если там было что-то интересное. А мы давайте заглянем вот сюда и посмотрим, что же у нас все-таки будет по концовочке. 100 у нас пропал почему-то. Нет. Божочек, наверное, какой-то появился. Так, гнома вместе с этим восстановим. Так, и вот это тоже восстановим. Ну и последний у нас... Не, не последний, одуванчик еще остался. Вот он. Ой, ты-ты-ты. Одуванчик, говорю. Одуванчик. И все, одуванчик восстановил. Всех мы восстановили. Просто я не вижу смысла как бы тратить энергию. Есть некоторые локации, на которые прям вот хочется тратить. А когда ты третью одинаковую локацию делаешь и понимаешь, что здесь ничего нет, и тебе не нужны как бы ресурсы, и вообще не нужны какие-либо ресурсы для локации нету, то охоты, как говорится, разведать нету. Ладно. Вдохнули жизнь. Вдохнули жизнь. Да. Восстановили события. Ба-ба-ба-бум. И что, они все ожили? Золотых ручек, конечно, они понасыпали. Мы именно пришли за вот этим всем. Золотые ручки, си-ти-ти-ти-ти. Как говорится, забираем и все. Можете, конечно, меня судить в комментариях, написать там какое-то свое мнение. Ну, мое мнение такое. На данный момент разработчики делают большие локации, которые требуют просто огромное количество энергии. А так как у нас в игре с каждым разом все больше энергию добывать сложнее, то мы ее, естественно, экономим. Правильно? Экономим. Чем больше энергии, тем лучше. Так, поехали. Повернем зеркало. Это именно чисто моя точка зрения, ребят. Если бы я так бы не делал бы на локациях, то вы бы не видели прохождение моих этих всех локаций. Так, возобновляем. Тэч, тэч. Раз, раз. Если бы мне нужен был камень, я с удовольствием бы пошел бы и начал бы весь камень бить. Так, поставить. Стоп, 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 стоп. Мне или показалось, или я увидел у себя шкаф. Ладно, сейчас зеркало повернем. Все. И вот 100% уверен, там, наверное, сейчас еще локация будет. Да, шкаф. Прикиньте, столичная библиотека, я как-то его забрал. То есть, опа, заберем. Король будет слагать легенды, они будут отваливать. Ага, выполнил. Мне интересно витраж. Витраж, витраж, витраж. Да-да-да, я ничего не хочу. Вот, пожалуйста, что их следовало доказать, ребят.
Чтобы попасть в следующее помещение, пропусти луч света. Пропустил. Поздравляем, теперь можешь попасть в следующую секцию. Давай, хочу посмотреть следующую секцию. Вот она. Королевская. Красная королевская апокриф. Отправиться. Не понял. Не понял. Вот вам, видите, и экономия энергии. Кстати, время тикает. Смотрите, у меня, торопитесь, время ограничено, у меня 30 минут. Ладно, давайте быстренько применяю свое волшебство. Так, 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 так. 30 минут у меня. Туманчик. Вот туманчик развеялся, ребят. Ушло у меня 5 минут. Я все здесь не развеивал, а я понял, что мне нужно найти. И сразу вам, ребят, передаю. Тех, кто еще сюда не дошел. Смотрите, в чем фишка. 24 минуты, всего вам даются 30 минут. То есть, вам выпадают кусочки витража. Вот, видите, волшебная... вот куски. Вот, сказочный витраж, 5 штук. То есть, здесь выпадают сказочные витражи. Вы спускаетесь, находите, не помню, там какая-то штучка была. Нажимаете на нее, сказочный витраж нашли. Потом быстренько ищите вот такую вот лестницу. Смотрите, вот такую вот лестницу быстро ищите и отправляетесь. Сейчас обнулится вот это все. Сейчас показываю. Ага, что-то не забыл. А, вот еще витраж. Видите, оно мне даже показывает, что нельзя пока спуститься. Еще витраж не забрал. Все, теперь должно пропустить. Где-то на этом уровне вам еще не еще мешает облака. То есть еще где-то витраж висит. То есть поспешил я 10. Я не знаю, сколько здесь витража висит. То есть нам указывают, чем быстрее вы пройдете, тем больше витражов соберете. Понятно вам? Ну, ребят, на этом все. Я думаю... Больно, я уже все рассказал, подробненько все показал. Если что-то не так, пишите в комментариях на YouTube. Все, как говорится, читаю, всегда отвечаю. Так что до новых видосиков. Кто не поставил лайк, обязательно поставил. Кто не подписан, подпишись. Пока, увидимся. Вы подумали, что видео уже закончилось, а вот и нет. Теперь я хочу с вами поделиться, что все-таки произошло. Я просто там очень-очень так спешил, думаю, попрощаюсь. Но потом уже, когда 30 минут истекло, смотрите, что, короче, получилось. Я с оттуда достал 50 сказочных фрагментов, представьте, 50, черт побери. Вот эти вот мольберты, которые у меня лишние остались, они, получается, используются вот сюда вот для входа. То есть с вот этой вот локации, с которой я последние не все их вытащил, чтобы мне потом сюда еще сходить, не надо будет их сделать и пойти сюда. И смотрите, что происходит. Я сейчас энку тратить не буду. Сейчас один мольберт потрачу, смотрите. Мы заходим сюда. Пошел счетчик, видите, счетчик 30 минут. И вам нужно найти как можно больше сказочных фрагментов. Не обращайте внимания на золото, на серебро и просто на вот такие большие сундуки. Потому что это просто капец, их тут столько. На первом этаже было 15 вроде бы. Потом на втором, я не помню, я успел, короче, 4 этажа пройти и все, и время закончилось. И все, как-то вот так вот. То есть, в принципе, нормально. Запасайтесь энергией, как можно больше энергии запасайтесь и летите, как можно быстрее проходите. Вот тут локация, тут можете все не выкашивать, именно идите по каким-нибудь траве, по тем, чтобы можно, как говорится, быстрее пройти. Ваша цель, короче, найти вот такую трубу и найти... как можно больше сказочных фрагментов. Как проверить, что все сказочные фрагменты найдены? Вот смотрите, жмякайте на трубу, она сейчас скажет, типа, обнулиться туда-сюда, где-то на этом уровне валяются фрагменты, и все. И она вас не пустит. Кстати, вот прям показывает. Прям передо мной, во, фрагменты забрал. И она вам прям показывает, типа, вот, собрал все фрагменты, тогда она вас только пропускает. Оп, видите, не пропускает.
Думаю, я вам подсказал, что делать, так что делайте, собирайте, как говорится, свой сказочный этот, а я, короче, выйду. Если ты покинешь, прогресс в локации будет утерян. Ну, давайте посмотрим, что будет. Теряем прогресс. И что? У меня было 50... А, смотрите. Вот оно как. Было 50... И я один нашел, стало 55. То есть, в принципе, ничего-то. Все, вот теперь точно. Всем пока. Как говорится, тех, кто досмотрел, тот, как говорится, я понимаю, что вы истинный мой подписчик и зритель. Так что обязательно отпишитесь, я досмотрел последний момент. Все, ребят, до новых видосиков. Пока, увидимся.